Сегодня уже 3 апреля. И сегодня я уже не ловлю птиц. Видео вы увидите. Было снято 31 числа. 31 марта и 1 апреля. У нас вот за неделю все расцвело. Уже весна полным ходом. Такая вот красота. Около вышки. Уже все зелено. Так что заканчиваю сезон ловли птиц. Птицы создают уже пары. У птиц будет потомство. Осенью будем смотреть птиц. А сейчас пусть они отдохнут, заведут потомство. Вышку буду убирать, демонтировать. И до осени. Спасибо, друзья, что смотрите. Сезон этот пролетел как на одном дыхании. Смотрели мы птиц с вами. 99% птиц, как вы знаете, я отпускаю. Показываю вам. Смотрим и отпускаю. Себе я оставляю птиц единицы. Всем спасибо, что смотрите канал. Подписывайтесь. А сейчас уже ближе к вечеру. Пойду кормить своих птиц. Вот я до сих пор, у меня пророщенная пшеница. Я ее зимой давал. И сейчас даже весной тоже проращиваю. Птицы ее очень хорошо кушают. Видите, вот такие вот росточки. Зимой так это вообще милое дело. Самочка. Маленькая какая. Стали прилетать щеглы. Зеленушки. Сегодня завершаю сезон ловли птиц. И до осени будем отдыхать. Птиц ловить нельзя. Птицы уже собираются в пары. Птицы начинают уже идти в паровку. Это самец зеленушка. Сегодня еще что-то посмотрю. Может, что-то прилетит. Может, чижик какой-нибудь. И западки клетки уже буду убирать. Отпускаю, друзья. Пусть летит зеленушка.
смотрите, уже в этом году у меня второй раз ловятся скворцы. Первый раз на бункерную клетку, а сейчас на обычный западок. Сегодня погода хорошая, птицы летают вроде, ну, во всяком случае скворцы. Сейчас я его аккуратно поймаю и посмотрим. Вот он какой скворец. В этом году уже у меня это второй раз ловится. Первый раз на бункерную клетку поймался. А сегодня поймался на обычный западок. Вот на вот такой. Его можно, конечно, оставить себе. Вот, скворцы хорошо поют. Могут имитировать разные голоса. Я его буду отпускать. Красавчик. Такая упитанная птица. Все, полетели, да? Спасибо, что поймался. Лети. Все, полетел. Сказал спасибо и полетел. Зеленушка, самка. Летит.